Всем привет! Это Ольга, канал Лама.ру, в кадре перчатки. И значит, сегодня видео будет про кукол. Надену перчатки, чтобы не смущать вас видом покусанных комарами рук на даче. И мое прошлое видео было с рассказом вот о таких вот куклах размера 1/6, которых можно найти в секретных коробочках китайской компании. Вот, мне, как вы помните, кто смотрел видео, кто не смотрел, посмотрите, достался мятный заяц. Вот, но сейчас кукла выглядит вот так, потому что в комплекте был затылок. И я сняла пластиковый парик, теперь у нее парик из козы. Я заменила глаза. Глаза здесь стеклянные, с низкой линзой, 10 миллиметров. Если кто-то будет менять... В принципе, вот такие вот вставляются. Ну, с высокой линзой тоже можно. Некоторые подходят, я пробовала. Вот. Ну, одежда это моя, кеды не мои. Меня спросили, кстати, делаю ли я парики. Ну, я делаю из шкурки, шью. Но вот такие вот на шапочке нет, я не делаю из козы. Это я купила на пати. Потом напишу под видео. Забыла, сколько у нее там, 14? Нет, не 14 сантиметров, 13,5, по-моему. Вот. Собственно, продолжаем разговор, рассказ об этих куклах. Получив ее, начав с ней играть, я поняла, что есть некоторые нюансы. Вот. А конкретно то, что в коробке с куклой в подарок лежал затылок, но не лежали жестовые ручки. То есть у нее была всего лишь одна пара. Вот такие вот растопыренные пальчики были на обеих кистях рук. Это не очень удобно, потому что плохо влезает в одежду. Ну и вообще, как бы, когда фотографируешь, не все кадры могут получаться. Ну, то есть такие, только вот так. Вот. И что я сделала? Конечно, я пошла на AliExpress, чтобы найти набор дополнительных жестовых рук. Они, ну, как-то не мелькали у меня в выборке. Я видела, что их выпустили. Вот. Но как определить скинтон этой куклы? Он светлый достаточно. Но на фотографии у китайцев там вообще непонятно. Вроде прикладываешь к экрану куклу. Я не знаю, так, наверное, нельзя делать. И не делайте. И ничего непонятно. Вот. Ну, понятно, что светлый, но не белый. Вот. Там три варианта скинтона. Белый, потом какой-то крем white. Напишу в описании, как точно называется, и normal. Вот. Я, конечно, выбрала не normal, вот, а светлые руки. Заказала. Все, жду. Доехала идеально. Буквально меньше недели, наверное. Я очень обрадовалась, достаю коробочку, ну, пакетик, вернее, да, вот с такими руками. Ну, тут вот две, которые я сняла, вот, и вот там такие кулачки и ручка, которая что-то берет, вот так. И что я понимаю? Я понимаю, что я заказала темнее, что это приехал Normal, что AliExpress нужно все время проверять, то есть, когда вы прыгайте там по фотографиям, нужно 10 раз проверить, точно ли вот этот вот бегунок остановился на нужном фото и выбралось нужное, в заказ нужный цвет товара. Ну, я не проверила. Получите, распишитесь. Не подходит. В принципе, можно было оставить так, одевать одежду, и вроде как не очень заметно. Но это не наш метод. Что делать? Конечно же, перезаказать. Заказать другие руки. Набор этих рук стоит 1000 с чем-то рублей. Вот. Я пошла смотреть опять к этому продавцу. И поняла, что этот-то набор рук у меня будет лежать. Ну что же он у меня будет лежать? Надо к этому набору рук купить тело. Тем более у меня типа есть кого пересадить на такое тело. Вообще, я думаю, такая ситуация знакома очень многим людям, которые кукол коллекционируют, когда у тебя есть голова. Ой, у меня есть голова, куплю-ка я и тело.
Не попал в тон, купил два тела, у тебя образовалась еще одна кукла, ой, а к тому телу тоже нужно купить голову соответствующую, ну и понеслась. Ну или наоборот, у меня есть тело вдруг лишнее, куплю-ка я и голову. Ну, чтобы вот так вот у меня есть конкретный набор рук, куплю-ка я ему тело, у меня еще такого не было. Ну, в общем, заказала, забегая вперед, вот мне приехали нормального крем-вайт, что ли, они называются. Вот такие, они подходят для кукол, которые вот из секретных коробок. Вот я поменяла, вот ее растопыренные пальцы. Вот поменяла ей на кулачки. И заодно заказала тело цвета этого Normal. Вот оно приезжает вот в такой коробочке. Просто здесь вот, вот тут вот все есть. Там внутри тоже сертификат лежит, пластиковая карточка, все так же, как у предыдущей куклы. Но там в комплекте лежит только тело, больше ничего нет, никаких запчастей, больше дополнительных нет, ни рук там, ну, я имею в виду ни затылка, ни головы, ни сменных рук, ничего. Вот. Ну, я вот так сразу покажу. Вот это тело, которое приехало. Сейчас у этого тела лицо, вот голова с париком, которые были от той куклы. Вот от этой. Вот видите, у нее там дополнительный фейсплейт лежал, но он по цвету не подходит. Это, кстати, глаза пластиковые, и линзы здесь выше, вот, чем у тех. Это видно, что нормально они вставляются. Вот, все хорошо. Но эта кукла не планировалась. Вот такой вот новой куклы это не планировалось. Планировалось пересадить на это тело Блайз, который у меня есть. Сейчас я покажу. Вот такая Блайз у меня есть. Кастомная. Я покупала ее с рук. И девушка сказала, что это перерисовка оригинальной куклы Блайз. По-моему, она Simple Manga. Ну вот, если я не ошибаюсь. Ну, тут ей, конечно, чипы поменяли. Ну, в общем, не суть. Вот, была она, кстати, голова была не на настоящем теле Блайз, а на поддельном озоновском теле китайском. Вот, я ее уже пересадила, когда купила, на настоящее озоновское тело. Вот. Ну, а так как оно у меня достаточно старенькое, на нем была другая кукла перед этим. У него несколько разболтаны шарниры тут, в общем, в коленках. Ну, и, в принципе, хотелось на что-то новенькое поменять это тело. Я решила, что вот это вполне подходит по цвету. Вот это вот новое тело, думаю, пересажу на него голову. Тем более, что в комплекте с этим телом шли вот всякие крепления. Кстати, одно крепление у меня утащила кошка. Маленький этот винтик заиграла куда-то его, он у меня упал. Я его теперь не могу найти, но там 4 таких крепления. И вот такое крепление. Как я понимаю, что оно, в принципе, подходит для Блайз, потому что с этой стороной как бы она вставляется в лицевую панель, а вот этой стороной заднюю панель. И, в общем, когда я увидела на фотографии, я думала, что вот это как раз крепление для Блайз. У него здесь вот еще была внутри такая силиконовая вставка. Вот, сейчас покажу. Но, так как я уже эксперименты проводила, я вам уже показываю это в разобранном виде, потому что не догадалась снимать сразу. Сейчас уже решила поделиться этим. Вот. Вот, собственно, в комплекте с телом были вот эти крепления, металлическая подставка. Тут еще были 2 магнита, я их уже вставила в пятки. Вот. Крючок это мой. Там в голове, кстати, маловат крючок. Мне кажется, что он все время норовит выскочить. Ну, вот такая вот, такое было крепление. Вот эта силиконовая часть, она была внутри там вставлена, вот там в дырке. Вот. И я обрадовалась. С трудом разобрала Блайз. Но опять же, у кого Блайз есть, те знают, что иногда снять лицевую панель это стоит больших проблем, таких больших усилий, потому что она так крепко там сидит. Короче, сняла, все, вставила это тело,
шея у них совпадает, в принципе, там все подходит. И выяснилось, что вот эта штука, она вовсе не для Блайз. Ну, по крайней мере, для настоящей, оригинальной. Вот эта вот часть не входит, соответственно, вот здесь вот в выемку на лицевой части, а задняя часть, соответственно, не входит в затылочную. В общем, я пробовала всякие разные способы, и крючки меняла, и силикон вытащила, и потом, ну, вначале со вставленным пробовала, потом просто силикон без вот этой штуки. Короче, голова никак не держится, это все выпадает. Ну, то есть массу вариантов я перепробовала, а потом, ну, думаю, ну как же так? Ну почему же они такое дают? К какой кукле тогда это должно подойти? И совершенно случайно, когда я открыла коробку с всякими запасными частями, у меня ее, ну, этих запасных частей от разных кукол полно. И у меня, соответственно, лежит вот этот вот затылок от китайской поддельной Блайз. И что бы вы думали? Вот эта вот деталь идеально подходит к этому затылку, который я покупала, ну, совершенно вот отдельно там на Алиэкспрессе для какой-то там своей куклы. Каюсь, у меня есть две поддельных Блайз, ну и две настоящих. И вот туда это подходит. Ту голову можно посадить на этот держатель. Это нет. Поэтому, как бы расстроившись, обратно надев голову на старое тело, вот она сейчас на старом теле, я собрала новую куклу. Но теперь, как я вам раньше говорила, да, купил тело, потом надо купить голову, ай, голова не подходит по цвету. Вот та же ситуация. Фейсплейт не подходит по цвету. Теперь нужно либо красить этот фейсплейт в тон, что мне неохота, потому что у меня старый клир, и вообще непонятно, не испортился ли он. Или давать, значит, какому-то мастеру на покраску. Или что? Покупать новую голову по цвету. Сейчас я в раздумьях. Покупать или как бы красить эту. Ну, пойду на Dolls Car. Возможно, там какие-нибудь мастера тоже будут сидеть. Может быть, покажу, спрошу. Вот. Пока вот так. И хочу сказать, что на Алиэкспрессе появились наборы для этих кукол, где есть затылок. Тоже 1000 с чем-то рублей стоит. Там затылок, по-моему, чуть ли не фейсплейт еще, и руки, по-моему, как-то так, в общем. Вот, хочу тоже его купить. Так вот это тело, кстати, которое в коробочке было, сейчас я покажу, оно отличается от того, у этого тела нет груди. Оно вот такое, очень похоже по размерам на тело Озон, S, которое без груди. И, собственно, вот эта одежда, которая сейчас на ней, это я давно шила для Озонок. Вот она застегивается. Все нормально. Ну, то есть чулки, гольфы. Это тоже я шила для Озон. Так что взаимозаменяемая одежда, и это хорошо. То есть все, что надето на Блайз, все можно как бы перенести на эту куклу. Вот. И мне еще, кстати, показалось, да, что я еще хотела сказать, забыла сразу, что вот в этой коробочке вот это тело, которое лежит, оно какое-то на ощупь более такое резиновое, что ли, чем вот это. То есть это такое более скользкое, а вот это, если потрогать, оно такое более матовое какое-то, более бархатистое. Вот. И на вот это тело сложнее надевается одежда. Особенно вот на ноги какие-то чулки, они так, ну, застревают, что ли. Вот. Вот эту куклу одеть проще. Вот. Ну вот. Теперь у меня, я повторяюсь, две куклы. И с этой надо вот что-то решить. То есть надо ее, конечно, мне уже вроде как и нравится. Я уже передумала отдавать тело Блайз, в принципе. Ну, как-то, видите, и глаза уже на тебя смотрят. Ну и что, что нет мейка, она же уже как-то смотрит. Вот, надо вот только что-то поменять ей
фейсплейт. Но с другой стороны, я думаю, ну что я буду тратиться? Ну, покрашу этот. А потом вспоминаю, что это мне раньше казалось, что я могу красить красиво кукол. Нет, не могу. Ну, перерисовать с нуля, да. Я перерисовывала в свое время Monster High, не очень много, но перерисовывала. Даже продавала их на Etsy. Но что-то я сомневаюсь, что сейчас у меня получится. Все-таки перерисовка кукол — это не то же самое, что рисовать на бумаге. Совсем не то же самое. Ну, лично для меня. Вот. И последнее, что я хотела добавить. Как вы помните, я в прошлом видео показывала, что дополнительные уши подарочные, которые мне в комплекте положили, они не совпадали друг с другом. Ну, то есть у меня было одно зайчье, одно лисье, что-то такое. Вот, в общем, откликнулась девушка. Вот, оказалось, что, в общем, мы так давно знакомы, виртуально. Вот, и я у нее забрала уши. И вот у меня теперь, у нее тоже было два разных. И вот у меня теперь есть комплект белых, некрашенных зайчьих ушей. Супер. И, внимание, оказалось, что второе ухо, которое у нее лежало вместе с зайчим, оно другое. И теперь у меня есть вот такие два разных уха. Одно, видимо, лисье, другое волчье. В общем, я не знаю, к какому животному какое принадлежит, но вот так. И, ну, вставить два уха разных — это будет очень странно. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Китайцы такие вот подарки кладут забавные. Хотя, в принципе, это, наверное, способствует коммуникации между людьми, которые коллекционируют кукол. Вот так вот кинул клич. А у кого еще? И тебе кто-то отозвался. Приятно? Приятно. Вот, собственно, такой мини-обзор на этих кукол. Дополнение к предыдущему видео. Надеюсь, вам было интересно. Если интересно, ставьте лайк. Вот как делает Баунти. Ее зовут Баунти. И подписывайтесь, если вам интересно. Что-то еще про куклы я буду, конечно, рассказывать и показывать. Приходите еще. Пока!